Ну хватит. Вы не видите? Что? Вы не видите? Ничего я не вижу. Заканчивай, Рокки. Хорошо. Идем? Да, да, идем. Пойду только я. Что? Вы останьтесь здесь. Хорошо, иди, ты мне надоел. Да-да. Привет, дорогой. Это наконец-то ты здесь. Положи сюда. Сейчас я сниму это. Нет, не снимай, я сама тебя раздену, чтобы немного привыкнуть. Мне стыд, не страшно. Хорошо, хорошо. Я рада, что ты меня понимаешь. Здесь почему-то шумно, дорогая. Почему? Потому что окно выходит на улицу, и я его открыла. А почему ты его не закроешь? Слишком жарко, здесь нет кондиционера. В следующий раз выбери место получше. Я все оплачу. Получше, чем это? Да. Это невозможно. Теперь это, дорогой, снимай все. Да, дорогая, все сниму, все, дорогая. Теперь сними повязку. Да. Давай. Что это? Как что, дорогой? Твой приз. Ты выиграл пари и не хочешь получить плату? Ты так долго этого ждал? Почему же? Ты сумасшедшая? Почему сумасшедшая? Сними это, сними, дорогой, сними, пожалуйста. Ну что же ты? Я ухожу, я ухожу. Имей в виду, я хотела заплатить. Ты сам отказался. Рауля Ликоуны. В главных ролях Наталья Орейро и Факунда Арана. Дикий ангел. Автор сценария Энрике Торрес. В фильме снимались Фернандо Мистраль, Вероника Виейра, Лидия Ломайсон, Виктория Анетта, Норберто Диас и другие. Режиссер Эрнан Абрамсон. Все? Разрядился? Нет, нет. Я ее ненавижу, ненавижу, ненавижу. Ты уже это говорил, не надо повторять. Не могу поверить, что она сделала такое, я ее убью. Я ее уничтожу. Она мне заплатит. Ты говоришь, это было на улице? Ты смеешься, идиот. Над чем ты смеешься? Ну, прости, но мне кажется, это забавно. Ничего забавного. Вот что я тебе скажу. Эта девчонка мне заплатит. Клянусь самым святым, что она мне заплатит. Почему ты так смотришь? Что с тобой? Что со мной? Я загниваю, глядя на тебя. Вот почему от тебя так воняет. Его нигде нет, куколка. Как это нет? Нет. Я была в его спальне, его там нет. Я спросила у Ворчуна, он тоже ничего не знает. Какая жалость. Мне так хотелось поговорить с ним, позабавиться.
Можешь позвонить ему по телефону. Верно, я позвоню. И что ты ему скажешь? Я ему скажу. Я не знаю, что я ему скажу. Нет, не думаю, что это удачная мысль. Хорошо, не звони. Будешь ждать до завтра? Нет, не буду. А можно узнать, куда ты пойдешь? Подожду в его комнате. Чтобы расплатиться еще раз? Ты сошла с ума, я ничего ему не должна. Тогда что ты будешь делать? Хочу позабавиться над ним. Иво. Привет, мама. Ты уходил? Да. И где же ты был? Пошел прогуляться. Я устал. Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пришла поговорить об Иво? Нет. О тебе. Обо мне? И? Как твои дела с Милагрос? Между нами ничего нет. Поторопись. Она будет в восторге, если ты предложишь ей брак. Брак? Ты уверен? Конечно. А как же иначе? А то она до конца жизни останется нищей служанкой. Мне кажется, ты ее недооцениваешь. Ты так не думаешь? Напротив. Она очень умная и без колебаний выйдет за тебя замуж. С каких это пор тебя интересует мое счастье? Ты прекрасно знаешь, что мое счастье зависит от твоего. Мне нужно избавиться от Милагрос, или Иву не станет моим. Иву ускользает сквозь пальцы? Да. Эта женщина его околдовала, хотя я и не верю в такие вещи. Андреа, думаю, это ты должна постараться, а не я. Как? Не знаю. Шевелиться, что-то делать. Отдали его от Милли, это он ее преследует, не оставляет ее в покое. Галлюцинация. Уже 7 часов? Нет, без четверти 2. Так поздно? Для меня рано. Что ты здесь делаешь? Что я здесь делаю? Что я здесь делаю? А, да. Жду тебя. Пришла посмотреть на меня. Еще одна шутка. Я не устраивала шутку. Нет? Ты сам сбежал. Ты мне должна. Я ничего тебе не должна. Нет. Должна, и ты мне заплатишь. Я уже сделала это. Нет, не сделала. Да, сделала. Я пыталась расплатиться, но ты не захотел. Ты сам отказался. Я не знаю, в чем твоя проблема. Может, тебе обратиться к врачу? Я сделаю это сейчас. Тронь меня, я закричу. Кричи. Ай! Ай! Сеньора! Лина, позовите Милли, я хочу поговорить с ней. Нет, Милли спит. Разбудите ее. Дело в том, что у нее очень болела голова. Да, я понимаю, но... Как хорошо, что вы понимаете, пусть она поспит. Нет, разбуди ее, пусть примет аспирин, и потом я поговорю с ней. Сеньора, разбуди ее. Ты сделаешь это или нет? Сеньора, Милли здесь нет. Так она не спит? Ее нет в постели. В чем дело? Почему ты так на меня смотришь? Потому что я уверена, что если бы в этой комнате было больше света, ты бы сбежала. Почему? Ты знаешь, что тараканы разбегаются при ярком свете, дорогая. Лина, ответь мне на один вопрос. Что ты делаешь, чтобы выходить на улицу с этим лицом неудачницы? Мне нравится проигрывать. И видишь, я права. Тебе тоже это нравится. Мне? Нет, дорогая, ошибаешься. Я люблю выигрывать. До сих пор, Мартита, ты выиграла только униформу служанки. Ты такая же, как и мы. Ясно? Ошибаешься, я не такая, как вы. Нет.
Бедная Марта. Бедная Марта, ты считаешь себя дамой. А на самом деле ты второсортная служанка, убирающая в комнатах. Тебя никак нельзя сравнить с Милей и со мной, потому что у нас высшая категория, а у тебя низшая. Слава богу, что я не такая, как вы. Дай мне уйти. Ты не уйдешь, путь закрыт. Это не смешно, блондин. Мне тоже не было смешно, когда ты устроила мне такое. Я не сделала ничего плохого, ты сам смылся. Тебе не удастся смыться отсюда. Я ничего тебе не должна. Должна. Я сказала нет. Ты мне должна. Я сказала нет. Должна. Я сказала нет. Я сказал да. А я сказала нет. А я сказал да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Что это? Сеньоре, я могу объяснить? Нечего объяснять. Объяснять что? Что ты вульгарная проститутка? Мама! Замолчи. Немедленно уйди из этой комнаты. Мы поговорим завтра утром. Иди. Мама, подожди, мама. Извините. Милагрос. Мама, это не то, о чем ты думаешь. Нет? Хорошо. Я видела, что домой ты пришел один. Да. Это твоя спальня? Но за ней ты не ходил. Нет, нет, подожди. Она ждала тебя здесь, верно? Мама. Господи, ради бога, Иво, у тебя будет ребенок, подумай об этом. Мама. У тебя будет ребенок, и мне не нужен скандал. Забудь об этой потаскушке. И назначай дату свадьбы. Ты же не хочешь, чтобы твой ребенок родился вне брака? Раньше это была только Андреа, а теперь еще и мама. Они заставляют меня жениться. А ты этого не хочешь, верно? Я не знаю, что мне делать. Я не хочу жениться на Андреа и не знаю, что мне делать, бабушка. Знаешь. И что мне делать? Что тебе подсказывает сердце? Да я не разбираюсь в таких вещах, бабушка. Мое сердце советует мне быть хорошим отцом, но не мужем. Не мужем Андреа. Вот и будь хорошим отцом для своего ребенка. Но если ты женишься... Я буду плохим мужем. Теперь ты понимаешь? Было бы ужасной ошибкой жениться на Андреа без любви. Ты прав. Ты бы обрек на несчастье Андреа, своего ребенка и себя. Спасибо, бабушка. Не нужно меня благодарить. Я тебе благодарен, потому что... Я только выслушала тебя. Да, иногда этого достаточно. Тебе нужно было стать психологом. А я и есть психолог. Зазнайка. Теперь ты знаешь, с кем имеешь дело. Я тебя очень люблю, бабушка. Я тебя тоже. Спасибо. Простите, какое совпадение. Проходите. Разрешите, сеньора? Проходи. Ваш журнал. Моя невестка внизу? Да, думаю, внизу. Скажи ей, что мне нужно поговорить с ней. Я буду ждать ее в кабинете. Что, она должна подняться, сеньора? Нет, я не развалюсь на куски, если спущусь вниз. Хорошо, с вашего позволения. Два яйца плюс два, 4. 4 умножить на 4. 16. Рокки. Ты вовремя. Я подсчитываю, что мы будем иметь, Рамон. Забудь о доходах. Куры ушли. Не может быть. Они ушли. Иди посмотри. Не могу поверить. Они не могут оставить нашу компанию. Рамон, ради бога, не говори так. Они ушли. Может, они пошли прогуляться, решили искупаться в реке. Перестань говорить глупости. Я тебе говорю, что мы их потеряли. Это саботаж. Что? Саботаж. Кто-то хочет украсть у нас идею насчет куриной колбасы. Да, Рамон, но им с нами не справиться. Что будем делать? Будем искать. Хорошо, идем. Давай, ты пойдешь туда, а я пойду туда.
Ваша свекровь ждет вас в кабинете. Она не сказала, зачем я ей нужна? Нет, она только сказала, что хочет поговорить с вами. Передай ей, что я сейчас приду. Хорошо, сеньора. Сеньора. Бернардо, можешь идти. С вашего позволения. Вы сказали, что хотите поговорить со мной. Поговорить? Я с тобой не говорю, я только хочу, чтобы ты меня выслушала. Хорошо, сеньора. Я хочу, чтобы ты знала, что я думаю о тебе. О чем вы? Не перебивай. Ты авантюристка. Дешевая проститутка. Сеньора. Это так. Что ты делала в постели моего сына? Зачем ты пришла к нему так поздно? Я должна признать, что... Не перебивай. У тебя есть хоть немного гордости. Уйди сама, пока тебя не уволили. Вы очень заблуждаетесь на мой счет, сеньора. Я никогда не ошибаюсь насчет служанок. Ну, теперь понятно. Вы ненавидите меня из-за мужа, верно? Что ты говоришь? Донья мне рассказала, что ваш муж влюбился в служанку, но потом ему пришлось жениться на вас. Однако я уверена, что Федерико так и не забыл служанку, которая родила ему ребенка. Впервые я не дала по роже человеку, который меня ударил, понятно? Но на этот раз я не стану молчать. Я всем расскажу, почему вы ненавидите служанок. Везде пыль. С каждым днем вы убираете все хуже и хуже. Ну, что ты говоришь, Бернардо? Я работаю как сумасшедшая. Вытерла всю пыль. Держу пари. Пыль сыплется с вас. Что ты сказала? Вы хотели меня видеть, Анхелька? Да. Мне бы хотелось знать, какое ты имеешь моральное право заставлять его жениться. Вы знаете, Анхелика, Андреа беременна, и это ребенок Иво, и разразится ужасный скандал. Они должны пожениться, чтобы все скрыть. Да, чтобы все скрыть. Я хочу избежать позора. Конечно, как сделала сама. Что вы говорите? Луиса, я не вижу ничего ужасного, если Андреа родит ребенка незамужней. Ведь ты же была матерью-одиночкой. Что значит, ты была матерью-одиночкой? Я этого не знал. Как это ты родила меня незамужней? Я была в Париже. Я была беременна тобой. Да, именно так обстояли дела. Именно так. Как они обстояли? Твоя мать забеременела, но... Она поссорилась с твоим отцом и уехала в Париж. Естественно, она не знала о беременности. А когда узнала, они уладили все разногласия. Как видишь. Поздравляю, Анхелика. С чем? У вас богатое воображение. Вы придумали прекрасную историю. Правдоподобную и адекватную. Это упрек. Потому что если ты меня упрекаешь, можешь пойти и сказать сыну правду. Не говорите так. Вы же знаете, что я не могу этого сделать. Все эти годы ты ни во что не вмешивалась. В этом доме ты была даже меньше, чем украшением. И не обижайся. Я говорю это не для того, чтобы ты чувствовала себя плохо. Спасибо, я чувствую себя спокойно.
Твое пристрастие к алкоголю. Результат твоего поведения. Ты так и не нашла своего места здесь, Луиса. Но сейчас я не об этом. Я лишь хочу сказать, что если ты никогда не вмешивалась в жизнь других, не делай этого и сейчас. Не заставляй его жениться. Анхелика, у Ивы будет ребенок. Ты опять о том же, Луиса. Да, у него будет ребенок, но он может быть отцом-одиночкой. Зачем обременять его женой, которую он не любит? Зачем это? Так вы сказали своему сыну, верно? Что? Вот это. Вы так сказали сыну, когда он решил жениться на мне. Не обременяй себя женой, которую не любишь. Федерико любил другую женщину. И ты это знала? Да, знала. И он все это время давал мне это понять. Мы сделаем это завтра в пятницу. Да, после закрытия банков. Следуй моим инструкциям шаг за шагом, хорошо? Как дела? Какая красивая семейная сцена. Дядя, садись, хочешь кофе? Нет, пусть искупается. Перестань, как он будет купаться, если он в костюме? Почему нет? Я делал это много раз. Забудь об этом, ты не умеешь плавать. Да, лучше не нужно. У него такая дешевая одежда, он сразу пойдет ко дну. У тебя прекрасные чувства юмора, Федерико. Надеюсь, ты никогда не изменишься. Какой сюрприз. Мне плохо, бабушка. Что случилось? Опять та же история. Я говорю о твоих словах. Что мама была одинокой, когда я родился. Теперь я понял причину маминого несчастья. И это моя вина. Ты что ты говоришь? Мама вышла замуж, когда была беременна мной. Папа не был в нее влюблен. Они просто выполнили свой долг. Не говори так. Говорю. Знаешь, что я еще скажу, бабушка? Если бы она не забеременела, папа бы не женился на ней. Будешь это отрицать? Отрицай. Отрицай. Рико! Что это с ними? Где? Они где-то здесь. Ой, как вкусно. Они никуда не ушли. Их зажарили. Наша компания. Скажи что-нибудь. Скажи сам. Все пропало. Убийца. Что ты здесь делаешь? Пришел к тебе. Снова попробуешь меня изнасиловать? Нет. Я пришел извиниться за вчерашнее. Я был груб. Мягко сказано. Что тебе сказала мама? Лучше спроси, чего она мне не сказала. Она тебя обидела. Хуже. Не волнуйся, я пойду и... Нет, не надо, я сама могу защитить себя. Она тебя уволила? Да, но потом передумала. Ты не видишь, что я здесь? И все же я по-прежнему думаю, что ты мне должна. Ты обманщица. Ты правда так думаешь? Ты проиграла и не заплатила. Ты обманщица. Да. 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 Это твоя вина, Рамон. Моя? Прости, кто сделал курятник? Я, ну при чем здесь это? Ты должен был сделать курятника из пули непробиваемого стекла и поставить охрану от воров. Что ты говоришь? Еще раз назовешь Сокора воровкой, я разобью тебе рожу. Мы не можем ссориться. Почему? Потому что мы компаньоны. Компаньон, у нас нет кур. Это не важно, Рамон, куры уходят. Предприниматели остаются.
Да? Да, Роман. Намечалось такое хорошее дело. Это уже позади. К тому же этот бизнес был неприбыльным и рискованным. Ты что говоришь, какой риск может представлять куриная колбаса? Забудь о колбасе, она может испортиться. Испортится? Все уже позади, Роман. Нужно придумать что-то другое. Да, что Сокора не сможет зажарить. Да, нужно подумать, напрячь мозги. Бизнес витает в воздухе. У меня масса идей. Бабочка, в чем дело, куколка? Говорят, что в жизни можно поставить все ради любви, но почему-то у меня ничего не получается. Ты имеешь в виду блондинчика? Нет, я имею в виду Фредди Крюгера. Конечно, я говорю о нем. Я чувствую, что он любовь всей моей жизни. Я никогда не полюблю другого, как люблю его, понимаешь? Ну, понимаю. И что ты собираешься делать? Не знаю. Иногда мне кажется, что нужно послушать его. У него будет ребенок, но это не значит, что он женится на этой драной кошке. Я помогу ему с ребенком. Ты не думаешь, что из меня получится хорошая мать? Стоп, 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 стоп. Ты что-то задумала? Да, я заплачу ему долг. Вернись назад, сядь. Что значит, ты заплатишь долг? Это было пари. Он прав, я его обманул, я обманщица. Теперь я хочу заплатить. Это плохо? Да? Как это он узнал? Успокойся, успокойся. Иво думает, что ты его отец, и что ты женился на Луисе после его рождения. Он мог узнать правду. Зачем тебе понадобилось говорить с Луисой? Я говорила с Луисой, потому что мне так захотелось. Я не думаю, что должна давать тебе объяснение. Не бойся. Ива знает только то, что я ему сказала. Это несерьезно. Да, несерьезно. Пока ты и моя жена держите рот на замке. Привет. Что ты делаешь? Идешь ко мне? Вообще-то я... Ничего не говори. Я глупец, я не должен был спрашивать. Пока. Привет. Привет. Ты прав. Что? Ты прав. Вчера я тебя обманула. Поэтому пришла, чтобы заплатить долг. Ты еще хочешь его получить? Получить долг? Я проиграла. Вчера я тебя обманула, теперь хочу заплатить. Ты серьезно хочешь заплатить свой долг? Серьезно. Я бы на твоем месте убежал отсюда, иначе... Что она здесь делает? Дело в том, что она... Хватит. Что тебе здесь нужно? Что ты хочешь от моего жениха? Рамон? Да? Хочешь, я приготовлю тебе поесть? Что, поесть? Да. Нет, я не могу думать, когда ем. О чем ты думаешь? Об МК. О чем? Об МК. Что это? Маленькая компания, которую мы с Рокки откроем, чтобы иметь свой бизнес. Очень интересно. Конечно, это единственный способ позаботиться о будущем, подумать о старости, которая не за горами. Конечно. Разумеется. И какие у вас идеи? Ну, здесь есть фабрика париков для лысых. Фабрика париков для лысых. На ней производятся парики для людей, которые потеряли волосы. Они смогут надевать их и чувствовать себя полноценными. Ну да. Как идея? Нравится. А еще да. Что? Вот хорошее предложение. Компания по разведению пингвинов. Они умрут здесь от жары. Мы будем продавать их с рефрижераторами. Что? На этом мы будем делать деньги.
Хорошо, прости. Прости. Что ты делаешь? Приготовлю тебе поесть. Но я не могу думать, когда ем. Как раз это я и имею в виду. Я дам тебе поесть, чтобы ты перестал думать. Теперь мои волосы будут пахнуть апельсинами. Что тебе здесь нужно? Мелагрос пришла. Нет, что нет? Я сказала вашему жениху, чтобы он замолчал. Все равно вы ему не поверите, чтобы он не сказал, правда? Ты права. Что если я скажу, что пришла, чтобы спать с ним? Ты ему не подходишь. Ива никогда бы не пустил в свою постель потаскушку, как ты. Вы правы, никогда бы. Значит, ты отсюда уйдешь, и уйдешь с удовольствием. Вы снова правы, с большим удовольствием, но я с удовольствием сверну вам шею, если вы еще раз назовете меня потаскушкой. Ива, скажи, чтобы эта потаскушка замолчала. Снова потаскушка? Нет, Мелагрос, нет, остановись, Мелагрос, отпусти ее. Я вырву все твои волосы. Я бы тебя убил, но ты ждешь ребенка. Пожалуйста, перестань, Мелагрос, отпусти. Уйди. Я уйду, как обычно. Ты видишь, что сделала со мной эта потаскушка? Потаскушка твоя задница. Видишь, ты стал таким же вульгарным, как и она. Послушай, я хочу тебе кое-что сказать. Перестань оскорблять людей. Я не думаю, что ты лучше ее. Думай, что говоришь, Ива, думай. И не сравнивай меня с этой служанкой. Ты права, я не могу сравнивать тебя с ней, Мелагрос, невысокомерная. Она никого не оскорбляет и не унижает. Ты совершенно права, я не могу сравнивать тебя с ней. В чем дело? В чем дело? Твой сын грубиян, вот в чем дело. Куколка, почему ты не раздеваешься, не ложишься в постель? Давай, уже поздно. Мне не хочется, я все равно не смогу уснуть. Почему? Что происходит? Я больше никогда не влюблюсь. Дорогая, что значит, что ты никогда не влюбишься? Ну что ты говоришь? Как это сделать? В кого влюбиться? Я везде вижу его лицо, его взгляд, его улыбку, его глаза. Если тебя это утешит, я тоже не могу влюбиться. Я везде вижу нос Рокки. Заткнитесь, старый дев, я хочу спать. Сама заткнись, дешевка. Но ты неудавшаяся прихмахерша. Что ты сказала? Да я убью тебя. Хватит. Хватит, черт возьми. Папа. Вики, Вики. Какое совпадение. Знаешь что, я думал о тебе. Да? Да. Тебя что-то беспокоит? Нет, 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 все в порядке. Я знаю, в чем дело. Ты думаешь о том моменте, когда мы вместе войдем в церковь. Не беспокойся, мы не устроим там сцену. Нет, дело не в этом, не в этом. Просто мне приснился кошмарный сон, не обращай внимания. Что с тобой, папа? Ничего, наверное, дело в твоей свадьбе. Знаешь, время летит, я становлюсь старым. Не говори глупости, ты старый, ты очень красивый. Спасибо за комплимент. Папа, папа, ну что с тобой? Ничего, ничего. Ты уверен? Ну ладно, пойду спать. Если я тебе понадоблюсь, дай мне знать. Пока. Конечно. Я хочу задать Миле вопрос. Я не буду будить. Ну, пожалуйста. Ну, хорошо, хорошо, иду. Вот упрямые. В чем дело? Я пришел извиниться за то, что произошло в моей комнате. Все хорошо, не беспокойся. Это твоя комната, твоя постель, твоя невеста. Я была дурой. Нет. Нет, я хочу извиниться. А ты действительно хочешь расплатиться со мной? Thank you.
Привет. Рамон, я рад тебя видеть. Что случилось? Я думал о нашей компании. Что-нибудь придумал? Ничего не приходит на ум, но я продолжаю думать. Ты должен что-то придумать. Ты думаешь? Да. И? Тоже пока ничего. Я тоже думала всю ночь, но ничего не придумала. Ничего. Мы должны что-то делать. Главное не паниковать, все образуется. Не переживай, все будет хорошо. Морган? Да, дорогая? Я хотел сказать синьорита Виктория. Морган, машина должна быть готова через 5 минут. Сегодня у меня очень тяжелый день. Мне нужно... Потратиться? Да, потратиться. Сделать покупки? Да, сделать покупки, ты меня понимаешь. Прекрасно. Не задерживайся, договорились? Небольшой материальный кризис, который легко уладится. Киска. Дорогой, ты неотразим. Успокойся, нас могут увидеть. Как идут дела? Все хорошо, все идет по плану. Уймись, уймись, дорогая. Прости, но ты так великолепен, так умен. Мне хочется покрыть тебя поцелуями. Да? Тебе хочется поцеловать меня? Очень. Хорошо, маленький поцелуй. Маленький? Да, дорогая. Ты действительно влюблен в Милагрос? Да, я в нее влюблен. И мне бы хотелось знать, как вы смотрите на то, что я на ней женюсь? Как я могу смотреть? По-моему, все в порядке, если двоих связывает любовь. Значит, вы не думаете, что это плохо? Мы уже говорили о Милли. Я повторю, что уже однажды сказала. Я не хочу, чтобы эта девочка страдала. Если вы любите друг друга, женитесь. Я не знаю, проблема в ней. Я думаю, она меня любит, но недостаточно, чтобы выйти за меня замуж. Может, вы поговорите с ней? Мне поговорить с ней? Да, подумайте о будущем Милли. Со мной у нее будет... Я знаю, знаю. С тобой у нее до конца жизни будет и еда, и крыша над головой. Но ты заблуждаешься, Пабло. Этим ты не сможешь купить Милли. Нет, нет, не поймите меня неправильно. Нет, 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 нет. Это ты понимаешь неправильно. У Милли никогда ничего не было. И ей не страшно жить так и дальше. Только любовь заставит ее выйти замуж. Только любовь. Милли, я хочу поговорить с тобой. Снова меня ударите, имейте в виду, я не стану молчать, понятно? Андреа рассказала о вчерашнем вечере. Она застала тебя в комнате моего сына. Ты не сдаешься, хочешь любой ценой оказаться в его постели. Я раскрыла твою игру. Какую игру? Ты хочешь ребенка. Что? Ребенка от Иво. Это прекрасная гарантия для твоего будущего. У тебя будет от него ребенок, и он будет содержать тебя до конца жизни. Это так, да? Would I again?